Уважаемые телезрители, началась вторая схватка на Суперкубке, но, к сожалению, ввиду того, что весит 74 килограмма, борьбу представляют два представителя России, и как-то не 60 килограмма, а вторая схватка началась весит 74 килограмма. На 74 килограмма нашу страну представляет Чамсулвара Чамсулварай. Он воспитанник спортивной школы «Урожай», тренируется под руководством Анвара Магомедгаджиева. Он бронзовый призер чемпионата России этого года. Его соперник Ибрагим Албдато буквально весной завоевал звание чемпиона на нашем международном турнире на призе Али Алиева, а уже в Китае зашел на высший пьедестал почета, стал чемпионом мира. И вот новый чемпион мира борется с бронзовым призером чемпионата России Чамсулвара Чамсулвараем. И буквально пока идет разведка, схватку на ковре судят судья международной категории экстра-класса Гамзат Абасов. Руководитель ковра Убайдулла Османов. Вот проходит Ибрагим Алдатов ногу и дважды проводит прием крестным захватом. Уже три выигрышных балла у Ибрагима Алдатова. Пока со счетом 3-0 ведет борец с синим трико, представляющий сборную мира. Он сейчас борется за сборную Украины. Тренирует его Валентин Газоев, так же как Бесика Кудухова. Но в данное время он тренируется в Украине. Вот. И Чамсулвара завоевал одно балл. Вот опять Ибрагим Алдатов проходит ногу. И зато контрприемом проходит назад Чамсулвара и завоевывает выигрышного каким-то. Да, со счетом 3-2 победу одерживает борец, представляющий сборную мира, Ибрагим Алдатов. Он воспитанник Остинской школы борьбы, но в данное время выступает за сборную команду Украины. Да, начинается уже второй период схватки. Весит до 74 килограмма. Ибрагим Алдатов. Чамсулвара. Первый период за борцом, чемпионом мира Ибрагимом Алдатовым. Вот пока старается, вот проходит в ногу Чамсулвараев и завоевывает. Ох, да нет, пока еще не, да, завоевал один выигрышный балл. Да, нелегко приходит с чемпионом мира тоже, дагестанским борцом, но нет. Борцов поднимают стойку. Начинает подсказывать Чамсулвары старший тренер сборной команды России Хаджимурат Магомедов. Но хочет. О! Алдатов проходит ногу, завоевывает выигрышный балл. Да. В очень прекрасной форме находится Ибрагим Алдатов. И тяжело, конечно. Борцов поднимают стойку. Счет пока 1-1. Ввиду того, что борец с синим трико взял последний балл. Вот опять проходит ногу Ибрагим Алдатов и завоевывает еще один выигрышный балл. Да. Уже борцов поднимает стойку. Счет становится 2-2. Не понял. 3-1 пользу борцов с синим трико. А, я думал, Алдат, да. Алдатов медленно, но набирает темп. Уже ничего не остается. Идут уже последние секунды.
Опять отдает выигрышный балл, зная, что уже время все. Со счетом 3-2 победу одержал. Оба периода выиграл Ибрагим Алдату. С одинаковым счетом 3-2, 3-2. Победил Ибрагим Алдату.